Всем привет, чувачки, с вами Милс Кэл. И многие ждали эту рубрику. Сегодня у нас куки у Милса. Заставку в студию. Во как могу. В общем, не путайте это с кулинарным шоу. Это скорее развлекательно-кулинарное шоу. Это так можно говорить вообще? Да, так можно говорить. Отлично. Я не учу вас готовить. Я сам не умею готовить. И я учусь во время этого всего. Оказывается, у меня буквально все подписчики умеют готовить. И вы пишите это в комментарии. Спасибо вам большое. Под прошлым видео, если не смотрели, посмотрите обязательно. Вы очень много советов мне написали, как лучше что взбивать, что я сделал не так. Я теперь умею готовить кексы на самом деле. Спасибо вам большое. Но сегодня я буду готовить то, что предложили вы мне. Это банан в шоколаде. Это печенье эмоджи. Ну и, собственно, то, что написали под видео в комментариях, кнопку YouTube. Но какую я ее приготовлю, вы, скорее всего, видели на превьюшке. Но какую я приготовлю, вы увидите немножко позже. Так что погнали к первому заданию, мы приготовим банан в шоколаде. Ну и этот банан я нашел ВКонтакте под хэштегом Cookie Meals. Так что, если вы хотите попасть в следующий ролик, выкладывайте картинку ВКонтакте с хэштегом Cookie Meals. И по самым интересным картинкам я приготовлю в следующем ролике что-то интересное, что-то... Банан. Поехали! Чтобы приготовить банан в шоколаде, как на этой картинке, нам нужно много-много-много шоколада, банан, чтобы его можно было обвернуть в шоколад, и присыпка, но присыпка нам нужна, типа, чтобы это было красиво. Но в прошлом выпуске я пытался приготовить банан в шоколаде, я его не вставил, потому что видео и так было очень долгим, и у меня получилось примерно вот такое. Но надеюсь, на этот раз у меня получится, я почему-то более чем уверен. Ну и давайте приступим к готовке, потому что у нас еще очень много всего нужно приготовить. Ах да, нам нужно сначала растопить шоколад. Но пока стоит водяная баня, я хочу вам кое-что рассказать. Я теперь опять переехал в Россию. Беларусь была очень классная, но я решил все проблемы с документами и переехал обратно в Россию. Так что, если вы меня увидите на улице, не бойтесь, подходите, фоткайтесь, я ничего против не имею. Ну и в связи с этим я хочу вам порекомендовать Авито доставка, потому что недавно в России стало удобно наконец-то покупать товары. Я вам сейчас серьезно говорю, потому что раньше было очень неудобно, некомфортно покупать с разных концов России что-либо. А сейчас, благодаря сервису, я захотел купить себе колонку и купил ее моментально. Не в магазине поблизости, и зная, что эта колонка ко мне придет целая, не по почте России. Быстро, и самое главное, зная, что это оригинальная колонка. Для меня было это очень важно. Так что, если вы будете что-либо покупать, лучше воспользуйтесь Авито доставкой. Потому что это удобно, можно доверять доставке, зная, что все придет целостное. И недолго. Все ссылки есть в описании. Банька-парилка. В общем, что, ребяточки, у нас не получилось сделать просто плавленый шоколад, просто потому что ты лох. В общем, вода с водяной бани просто вылилась вся на плиту, ну и также находится до сих пор на плите. Классно! Я решил поставить шоколад в микроволновку, потому что я видел, как плавили шоколад даже в микроволновке. Я думаю, хоть здесь мы сможем нормально все сделать. Поэтому он сейчас стоит вон там и жужжит, дебил. Сейчас. Мне кажется, у нас получился классный кексик. Ау! В общем, смотрите, что у нас получилось. Давайте же попробуем сюда макнуть шоколад. Может, банан в шоколад? Банан. Я даже банан не могу нормально открыть. Что это такое? Почему вот 2 года назад я снимал шоколадный DIY с Кока-Колой? У меня все прекрасно получалось с первого раза. Я даже в первый раз плавил шоколад. Выкладываем шоколад на блюдо и медленно помешиваем, потому что он может пригореть немножко. И тут у меня опять какая-то хрень. Давайте попробуем этой хренью сделать прекрасный шоколадный банан. У нас есть специальная палочка для этого. Берем, насаживаем банан на палочку и делаем вот так вот. В общем, план номер 2. Так у нас ничего не получается. Поэтому возьмем, выложим этот шоколад просто на фольгу. Боже ж ты мой. Добавляем немножечко посыпочки сюда. И кладем наш банан. Берем вот так вот, оборачиваем. И просто кладем в морозильник. Умри просто. И ждем. 6.5 часа later. Прошло очень-очень-очень много времени. В
В общем, вот такой вот банан на палочке. Без палочки. За что? Ай. Похоже, как на картинке, да? Не стыдно. Поставьте, пожалуйста, лайк. Вам меня не жалко? Две плитки шоколада на вот это вот. Жена, ужинать! Ну, 50% получилось, я думаю. То, что банан уже в шоколаде, это уже большой успех. Ужинать! Ну и следующий на очереди у нас инстаграм-пост, но я решил схитрить и сделать инстаграм-пост и ваш комментарий одновременно. И если вы хотите попасть в следующий выпуск, есть возможность как через инстаграм, отметив меня и выложив фотографию того, чего мне нужно приготовить, и также через комментарий ютуба. Для этого нужно просто написать в комментариях то, что мне нужно приготовить. Допустим, какого-то персонажа, или же какой-то предмет, все что угодно, потому что это ограничивается только вашим воображением. Так что пишите в комментарии, выкладывайте в инстаграм фотку, отмечая меня, и может быть именно ваше предложение попадет в следующий ролик. Ну и сейчас мы будем готовить печенье. Печенье эмоджи и печенье YouTube. Пахнет хайпом. Ну а чтобы сделать печенье, нам нужна мука, яйца, сахар, сливочное маслице, сода, уксус и щепоточка соли. Ну а этот рецепт, как всегда, мне подсказал Google. Я бы ему вообще не доверял. Ну и давайте начнем. Берем тарелку и закидываем. Что мы закидываем? И сколько закидывать всего надо, я не знаю. Давайте закинем яйца, потому что это единственное, что у нас жидкое. После видоса с кексами я теперь знаю, что яйца нужно немножко взбить. После того, как вот это все получилось вот таким, я предлагаю добавить нам... Давайте муку добавим, потому что яйца плюс мука равно тесто. Короче, добавим все, и на самом деле тут у меня не пропорции. Чтобы вы понимали, тут просто насыпано для того, чтобы в кадре прикольно смотрелось. И что получится, то получится. Так и должно быть. Нет, опять наложил. Так, предлагаю теперь... Ой, как уксусом тут пахнет. Теперь предлагаю добавить сахар, потому что наши печенье должны быть сладкими. Очень сладенькими, как попка младенца. На-на-на-на-на, я ничего не говорил. Давайте сразу соль добавим, кстати. Немножечко соли, щепоточку. Вот так вот. Кстати, вот после добавления сахара оно какое-то уже больше на тесто похоже. Смотрите, реально прикольно. Давайте теперь добавим сливочное масло. Кстати, вы мне подсказали сливочное масло не в кастрюле делать, а в микроволновке. Поэтому я, наверное, воспользуюсь вашим лайфхаком. Но пока наше масло греется в микроволновке, тут очень сильно гудит микроволновка. Я предлагаю добавить немножечко соды. И добавить немножко уксуса. Это для того, чтобы была реакция. Я не знаю зачем, просто было так написано. Чуть. Так, и теперь нужно перемешивать это все, потому что должен быть фонтан, как у мамикса с кока-колой. Так, просто это теперь взбалтываем, как нам сказал Google. Это действительно похоже на тесто. Наверное, сливочное масло добавить, и оно вообще будет прекрасное. Там, кстати, что-то пожарилось. Там серьезно что-то горело. В общем, ваш лайфхак, мне кажется, не работает. На кастрюльке у меня ничего не сгорало. Ладно, теперь перемешиваем это все. Как это выглядит. Мне кажется, я слишком много масла добавил. Итак, теперь я предлагаю сделать некие формочки из фольги, чтобы печенье имело форму логотипа YouTube, потому что, судя по консистенции этого печенья, у нас не получится прям такая формочка прикольная. DIY. Итак, у меня появился план Б. Мы, во-первых, будем сразу же все грузить на противень. Во-вторых, нам не нужны круглые формочки, потому что печенье само по себе будет круглое из-за того, что оно растекается. А вот квадратным его так легко не сделаешь, поэтому вот эти формочки пригодятся, которые я сделал. Надеюсь, они помогут. У нас будет две кнопки YouTube, и давайте сделаем три эмоджи. Для этого мы берем вот это наше тесто, просто берем ложку и вот так вот его перекладываем. Что-то у меня тесто похоже на какую-то резину. Надеюсь, так и должно быть. Тесто в форму залили, а теперь просто делаем вот так вот. Вот так вот. И надеемся, что оно получится круглое, а я уже не уверен. И я вам напоминаю, что это не кулинарный рецепт, как правильно что готовить. Не готовьте так дома, как я, потому что с этого ничего хорошего не получится. Я просто пытаюсь сделать хотя бы что-то похожее. В общем, предлагаю теперь это все поставить в духовку. Я, правда, не знаю, на сколько градусов и на сколько минут, но будем смотреть вот так вот, типа... Приготовилось? Нет? Еще? Методом тыка. В общем, пробуем. И ждем. A few moments later. Хотя смотрите, ай! Нет, обратно. Ты дурак, что ли? Сама дурак, что ли? Дадим им немножко остыть, потому что они прям с духовки. Они очень горячие.
Смотрите, у нас действительно получилось что-то вроде прямоугольника. И вроде бы у нас получилось. Есть еще одна. Может, она будет более удачная. Я на нее больше ставок ставил. Это вроде тоже похоже немножко на прямоугольник. Я надеюсь, круто у нас получится сделать логотип Ютуба. Ну а чтобы сделать это печенье красивым, нам нужно раскрасить его с помощью яиц, красителя, сахарной пудрочки и лимона. Но нам нужен только сок лимона. Хорошо, что у нас ингредиентов очень мало, поэтому я думаю, мы не косякнем. Так, мы берем, понятно, сначала яйца. И из них нам нужен белок. Отделяем, как мама учила. А остальное просто нам не нужно. Просто засыпаем дальше сахарную пудру. И перемешиваем белок с пудрой. Вот это у нас получилось, и у меня ощущение, что у нас была пудра с корицей. Это плохо. Я когда-нибудь куплю себе миксер. Потому что рукой я уже мешаю минут 20, это пипец. В общем, я задолбался мешать. Предлагаю эту смесь с корицей добавить туда красители и поставить выпекаться, пускай хоть что-то у нас получится, надеюсь. Я же забыл лимон. Переливаем в другую емкость. И добавляем сюда желтый краситель, чтобы у нас получился эмоджи. Я надеюсь, хотя бы краситель нормальный. Берем наши печеньки и делаем вот так вот. И выкладываем эту печенюху на противень. И делаем то же самое с другими печенюхами. Что-то мне подсказывает, что с этого ничего хорошего не получится. Но у нас есть еще вот такие вот две кнопочки Ютуба. И предлагаю их тоже обмакнуть, но теперь в красный краситель. И теперь ставим это все в духовку. А, номер два. Че ж оно такое горячее? Я что, опять налажал? Не опять, а снова. Капец, оно горячее. О-о-о, круто. Вот наша кнопочка. По сравнению с вот этой, она хотя бы цвета нормального. И вроде бы удачная. В общем, как там делал Ларин, ну так вроде. Предлагаю накачать вот этот шприц белой, я не знаю, как эта штука называется, белого безе. И сделать кнопку воспроизвести. Маленькими осторожными движениями кнопочку пуска. И все. Кнопка готова, ее осталось только в духовку запихнуть. Но у нас еще есть вот такие вот красивейшие смайлики, которые должны получиться тоже нормально. Я предлагаю сделать влюбленный эмоджи, потому что у нас есть красный. И опять же, аккуратнейшими движениями рисуем сердечко. Осталось сделать нам еще рот. Сделаем рот эмоджи черным. Черный получился очень красивый. Офигеть, он блестит. И аккуратнейшим, милимилипистическим движением делаем рот. И предлагаю сделать еще вот этих два смайлика, чтобы мне особо уже не заморачиваться. Потому что супер-пупер я уже не смогу сделать. A few moments later. Я устал. В общем, теперь ставим это печенье опять в духовку. И ждем, когда это все застынет, и можно будет вам презентовать это в лучшем виде. В духовку! A few moments later. Боже ж ты мой! Итак, ребята, наши эмоджи готовы с кнопкой Ютуба. Я на самом деле в мыслях представлял это все совсем-совсем иначе. Но получилось вот такое вот. Сейчас вы можете наблюдать, какие они в приближенном варианте и... О, боже мой. Я думал, это будет намного-намного лучше. Вот так вот. В общем, если вы хотите попасть в следующий ролик, дать мне какое-нибудь кулинарное задание, у вас есть три варианта. Инстаграм, ВКонтакте и комментарий под этим роликом. ВКонтакте нужно будет просто выложить фотографию и указать хэштег CookieUmilsa. В Инстаграме нужно будет тоже выложить фотографию, отметить меня и указать хэштег CookieUmilsa. Но чтобы поучаствовать с помощью комментария на Ютубе, нужно будет просто написать комментарий на Ютубе. Ну и если вы впервые на этом канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я буду очень рад, если вы поставите лайк, нажмете на колокол. Ну и всем удачи, всем пока. Люблю вас, щечки. А повар говорит пока. Пока-пока-пока. Пока!